Глава вторая. Дуэль. На излете века взял и не споверг злого человека добрый человек. Из гранатомета шлеп его козла, стало быть, доброта посильнее зла. Лукин. Таким образом, как вы можете видеть, обскурость Игназия, или в простонаречии кристалл дальноречий, является удивительно простым и удобным средством общения на больших расстояниях, доступным даже для начинающих магов среди вас. Сейчас я изложу вам правила пользования этим артефактом, после чего приступим к практике, которая будет выглядеть следующим образом. Каждый из вас по очереди пройдет к кристаллу и пошлет кому-нибудь из присутствующих здесь учеников сообщение. Получивший сообщение проходит ко второму кристаллу и отвечает на него. Преподаватель общей магии темного факультета почтеннейший господин Ирк Брагицкий обвел зал взглядом. Ответом ему были склоненные макушки старательно записывающих учеников. Он незаметно вздохнул, как их мало, 50 человек, весь первый курс темного факультета. И как же они слабы. Вряд ли хоть кто-нибудь из них был бы принят магами цитадели, хотя... Маг посмотрел повнимательнее. Невысокий паренек с черными кудрявыми волосами в расшитой золотыми цветами черной куртке, похоже, уроженец Иринии. Может стать очень многообещающим малефиком, возможно, даже и станет. Малефиков на службе у Белой Башни хватало. Далеко не из лучших, но хоть чему-то они должны научить, рассуждал про себя пожилой маг. Вот еще парочка многообещающих малефиков, правда, не таких сильных. Взгляд темного скользнул дальше. Девица с задатками химеролога. Еще один химеролог, но более развитый. Черная целительница, видящая тьму. Опять малефик, точнее, малефица, или если проще, ведьма. Вон как кокетничает сидящим рядом с ней высоким светловолосым парнем. Даже чарами не стесняется пользоваться. Однако, нет, зря я на новое поколение жаловался, думал про себя старый учитель, продолжая объяснять теорию пользования кристаллами дальноречия. А что парень? Если чары подействовали, то он сейчас должен бараньим взглядом уставиться в декольте соседки, благо оно у нее достаточно велико. Надо будет развеять их, а не то он ничего не сможет записать. Нет, смотри-ка, справился сам, надо же. А ну-ка, кто это тут у нас? Маг прищурился, вглядываясь в ученика, и с трудом не удержался, чтобы не отшатнуться от полыхающего огненного зарева, заменяющего ему ауру. Светлый, огненный, невероятной силы. Но почему на темном факультете? Приглядевшись, маг понял и это. Среди полыхающего моря огненной магии черной сетью отсвечивали нити темного таланта. Некромант. Причем очень и очень неслабый, даже если не учитывать вообще невероятную мощь огненной магии. Или демонолог. В темной части ауры то и дело мелькали бледно-белые прожилки, напоминающие осколки раздробленной кости. Неоспоримо свидетельствуя о знакомстве этого парня с силами смерти, то бишь о его предрасположенности к некромантии. Но кроме того, среди этого бесконечного мельтешения, то тут, то там, проскакивали кроваво-багровые искры демонической энергии. Иргу вспомнился последний ученый совет, прошедший по поводу появления в Академии живого опровержения закона одной силы. Похоже, это он и есть. Неудивительно, что он справился с заклинанием этой ведьмочки. В том огне, что заменяет ему ауру. Подобные заклинания горят на раз. Да и некроманты всегда отличались крайне невысокой чувствительностью к проклятиям и управляющим чарам. Или не справился? Спросил себя маг, и еще через несколько секунд, заметив с каким интересом, молодой двуталант косится в обширное декольте своей соседки, что-то шепчущее ему на ухо. «Нет, справился. Юноша, кажется, его зовут Орех», — припомнил Ирк. Поднял глаза, взглянул на доску и с некоторым трудом посмотрел в тетрадь, продолжая записи. Ведьмочка обиженно отвернулась. С заклятием он справился, даже не заметив, решил старый маг. Остальное – естественная реакция. Он улыбнулся в седые усы, вспоминая молодость. А теперь, если вам все понятно, приступим к практике. Первым будет… Маг взглянул в лежащие перед ним списки учеников. Атраусов Вашик. Один из парней, определенный им как будущий малефик, поднялся и, поклонившись, подошел к кристаллу. Внимательно слушая учителя, рассказывающего об уникальных возможностях, предоставляемых магам кристаллами дальносвязи в этом мире, где они, похоже, были заменителями телефонной и заодно и телевизионной связи, Олег нет-нет, да и скашивал глаза на свою соседку.
Лиана Ильчари, высокая стройная шатенка с формами Мерлин Монро и взглядом мадам Грицацуевой, положила на него глаза с момента знакомства, точнее еще раньше, с того момента, как увидела его местную фамилию среди списка поступивших в академию. Как пояснил приехавший с ней Франко, Лиана, дочь одного из иринийских магнатов, выезжая из дома, получила строгий отцовский приказ найти себе подходящую партию среди высокой знати, желательно из империи, с которой лэр Варис Ильчари имел многочисленные торговые контракты. Олег по этим требованиям подходил идеально. Именно поэтому Олег, общаясь с ней, несмотря на все намеки и демонстрацию со стороны девушки, ограничивался только взглядами и старался, чтобы рядом всегда была хотя бы пара свидетелей, дабы не допустить чересчур активных действий с ее стороны. Франко был так любезен, что просветил его о некоторых методиках, применяемых иринийскими аристократами для обеспечения удачной партии. Вот и сейчас Лиана нагнулась к его уху, почти касаясь его губами и что-то шепча эротичным шепотом. Олег, не прислушиваясь, а чего там опять что-то вроде «приходи вечером на сеновал», скосил глаза на обширное декольте. Заметив его взгляд, девушка с готовностью повела плечами, открывая более широкий обзор. За что? О боги. Но почему она ненормальная девчонка, желающая поразвлечься, а стремящаяся замуж дочь иринийского магната? Мысленно взмолился Олег, с трудом вынимая свой взгляд из ее декольте и направляя в конспект. «Извини, сегодня не получится». Олег подавил очередной вздох, ломая через колено собственные инстинкты. «У меня занятия по боевой магии». «Боевая магия?» «Да, дополнительное обучение на факультете огня, ты же знаешь». «У тебя вечно нет на меня времени». Не удержавшись, буркнула Лиана и обиженно отвернулась. Олег не обольщался, обида продлится не более 10 минут, затем будет новая попытка. Лиана в лучших традициях знаменитых торговых династий Иринии была невероятно настойчива. «А теперь, если вам все понятно, приступим к практике», – услышал он голос преподавателя. «Первым будет Атраусов Вашек». Олег ухмыльнулся и одобряюще подмигнул приятелю. Сын небогатого трирского помещика предложил ему свою дружбу еще при поступлении, когда Олег при помощи пары фаерболов разъяснил двум молодым горожанам, что общаться с юными студентами Академии следует крайне уважительно, даже если он и поступает на кафедру Малефициума и не может немедленно использовать тяжелую аргументацию. Впоследствии молодчики, активно обзывавшие Вашика черным козлом и другими обидными именами, приходили к нему с дорогими подарками и, цепляясь рогами за потолок, мимикая через слово и широко расставляя ноги и стыдливо прикрывая совершенно непропорционально раздувшуюся паховую область, умолялись снять проклятие. Видевший эту сцену Олег, не удержавшись, поинтересовался у приятеля, что именно он увеличил своим проклятием ниже талии. Неужели то самое? И почему тогда они так страдали? Услышав вопрос, Вашек покачал головой, после чего одним словом объяснил весь ужас положения обидевших его парней. «Яйца», – шепнул он с широкой ухмылкой. «Проклятие безостановочного роста». Олег покачал головой, запоминая, что первым делом необходимо научиться защите от проклятий. Пакостность фантазии малефиков произвела на него неизгладимое впечатление. Тем временем Вашек подошел к кристаллу и возложил на него руки. Крепко зажмурился для пущей концентрации. «Не так», – поправил его мэтр Багрицкий, – «не надо напрягаться». «Расслабьтесь, представьте желаемую информацию, человека, которому вы хотите ее сообщить, особенности его ауры и направьте все это в кристалл. Давайте еще раз». Вашек обвел зал тоскующим взглядом и опять зажмурился. Внезапно Ирен Фелич, на которую Вашек давно заглядывался, вся покраснела и, вскочив со своего места, подбежала к кафедре. С криком «наглец» она отвесила ему великолепную оплеуху и выбежала за дверь, не обращая внимания на несущиеся ей вслед крики Вашика, что он вовсе не хотел сказать, что всего лишь на секундочку подумал и не виноват, что она ему так нравится. «Да, совсем забыл предупредить», — сказал старый маг, ухмыляясь себе в усы. «Перед работой с кристаллом желательно очистить разум от посторонних мыслей и сильных эмоций, иначе возможны всякого рода накладки, подобны только что произошедшие. Тем не менее, как вы можете видеть, кристалл представляет собой очень удобное устройство передачи информации. Более того, если такой же кристалл имеется и у того, кому вы хотите передать сообщение, то становится возможно двух или более сторонняя беседа. Продолжим занятие. Следующий».
Когда очередь дошла до Олега, он воспользовался возможностями шара на полную катушку. По-быстрому обсудив со стоящим на противоположной стороне аудитории у другого шара Трианом, еще одним приятелем, а также Малефиком, достоинства Лианиного тела и недостатки ее же стремления во что бы ни стало выйти замуж. Триан был наследником герцогства Литвийского, расположенного на самой границе Валенсии и Иринии, из-за чего также активно подвергался домогательствам со стороны леди Ильчари. Затем он отправил короткое сообщение Вису, попросив его, если у некроманта найдется подобный кристалл связи, сообщить, как дела в Анере, как здоровье Леи, и не согласится ли он стать дистанционным учителем Олега, поскольку в академии его отправили на темный факультет, а некромантию здесь преподает. Тут Олег послал сложный образ Мхала Йосбраута, завкафедрой некромантии и своего номинального научного руководителя, выражая глубокие сомнения в его компетенции. Под конец Олег из чистого озорства и чтобы проверить возможности артефакта по передаче сообщений нескольким абонентам, попытался признаться в любви всем присутствующим в аудитории девушкам, настроив его на максимально широкие параметры женской ауры. Однако, как вскоре выяснилось, немного переборщив, послал сообщения по всему этажу. Это выяснилось только на перемене, после чего Олега спасли когти и скорость демона, позволяющие быстро бегать по стенам и потолку, и умение накладывать крайне эффективные мороки, полученные им от Светаны. Просидев все 20 минут перемены в углу коридора, прикидывая старой тумбочкой, Олег наблюдал за печальной участью двух немного похожих на него светловолосых парней и одного молодого преподавателя с огненного факультета, оттенок ауры которого несколько напоминал Олегов, попавшихся блуждающему женскому шторму с криком «Лови изменщика», носящемуся по коридору. Когда занятия окончились, Олег в сопровождении Вашика и Триана направились в пьяного студиозуса. Этот трактир, расположенный неподалеку от главного здания Академии, стал постоянным местом встречи дружной компании, куда кроме Олега, Вашика и Триана, Франка и Ореолы, входила еще Лисса Дервалё, дочь одного из вольных баронов, обучающихся на огненном факультете. За прошедшие 3 месяца с начала занятий компания крепко сдружилась и теперь не проходило и дня, чтобы они не встречались. На сегодня в трактире было пусто. По всей видимости, у остальных факультетов занятия еще не закончились, лишь у противоположной стены мрачно наливались дешевым вином небольшая компания из 4 бакалавров – воздушников. Трое, по-видимому, специализировались на погоде, а один носил нашивки боевого мага. Он бросал мрачные и угрожающие взгляды вокруг себя, особенно часто останавливаясь на троице учеников темного факультета, но враждебных действий пока не предпринимал. Вскоре, действительно, подошел Франко, держа под руку Ореолу. Последнее время они почти не расставались. Взгляды воздушников, заметивших цвет его плаща, свидетельствующие о владении стихией воздуха и красоту Ореолы, несколько смягчились. Один из погодников даже подвинулся, освобождая место за столом. Однако после того, как пара прошла мимо них, не обратив на этот широкий жест ровным счетом никакого внимания, и с радостными приветствием сели около темных, лица молодых бакалавров еще больше омрачились. Вскоре подошла Элиса, невысокая, стройная, с небольшой грудью и копной медных волос, она как нельзя более соответствовала своему имени, здорово напоминая лисицу, причем по характеру и манерам при первом знакомстве представляла собой нечто среднее между рыжей хитруньей русских сказок и лицо и оборотнем древнекитайского фольклора. Она напропалую кокетничала со всеми лицами мужского пола, попадавшимися в ее поле зрения, при этом не давая никаких обещаний, но не позволяя надежде угаснуть. И лишь пообщавшись с ней подольше, можно было заметить, что все это кокетство и замашки опытной и хитрой сердцеедки – всего лишь маска, за которой скрывается добрая и веселая девушка. «Да плюнь ты на нее, Эрлих, подумаешь, цаца, не эта, так другая найдется». Краем уха расслышал Олег слова одного из погодников, обращенные к весьма нетрезвому и что-то злошепчущему себе под нос бойцу. «Вон, например, смотри, какая дамочка. И Эрлих, она тебе и улыбается». Действительно, проходящая мимо воздушников Лисса по своей извечной привычке послала бойцу пылающий страстью и желаний взгляд. После этого она спокойно протанцевала мимо, не обратив на его приглашающие жесты ровным счетом никакого внимания, и одарив страстными приветственными поцелуями в губы всех присутствующих за Олеговым столиком мужчин, элегантно присела на колени Триана. Это явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения нетрезвого и весьма разозленного недавно полученной у подружки отставкой бойца. Ему, светлому магу воздуха, эта девчонка предпочла какого-то темного проклинальщика.
И главное, на дуэль его не вызвать. Эрлих Брарн, бакалавр магии воздуха, хорошо представлял себе возможность одного из сильнейших среди перешедших на сторону Академии Малефиков и не льстил себе возможностью победы. Хотя... Учителя ему, конечно, не одолеть, но вот кого-нибудь из этих щенков... Он хищно посмотрел в сторону соседнего стола. Кажется, сейчас кое-кто крупно заплатит за все его неприятности. Эрлих бросил еще один злобный взгляд в сторону высокого малефика с рассевшейся на коленях рыжей девицей и стал медленно подниматься из-за стола. Значит, он нам и говорит, мол, урок кончен, всем спасибо за внимание, и выходит. Тут наши девчонки как сорвались и толпой на Ореха. Причем дверь так грамотно перекрыли, не прорвешься, но думаю, все. Был у меня друг и не стало. Уже прикидывать начал, подадут на его похоронах вино или с собой приносить придется. Как вдруг? Он срывается, пробегает мимо меня, взлетает на стену, оттуда на четвереньках, на потолок, и пока мы все на это смотрели, раскрыв рты, шмыг за дверь. Ну точно, таракан какой. Девчонки тут, конечно, опомнились, всей толпой за ним бросились и в дверях застряли. А когда высвободились, его и след простыл. Ну пошел я за ними, гляжу, а в коридоре толпа девушек со всего факультета какого-то огненного зажала и судилище устроила, на ком он теперь жениться должен. Видимо, при сообщении по кристаллу отпечаток ауру заметили, вот и обвинили ближайшего огневика. Решил я на это дело полюбоваться, отошел в ближайший уголок, прислонился к какой-то тумбочке, только настроился, а тумбочка мне и шепчет человеческим голосом. Отойди, мол, мне тоже интересно. Слушая пересказ своего недавнего приключения в изложении Вашика, Олег блаженно ухмылялся. Он уже выяснил, что оказывается, по местным традициям, публичное признание в любви равносильно официальному предложению руки и сердца, и теперь он понимал причины, произошедшей на него охоты. Случайно бросив в сторону рассеянный взгляд, Олег заметил приближающегося к ним воздушника. Сердце мгновенно сжало волна дурных предчувствий. Боец шел, подняв все щиты. Воздух дрожал от ярости боевого мага, но это, конечно, была простая иллюзия, вызванная сосредоточением в подготовленных к бою заклятиях магической энергии. Пылающий злостью взгляд перескакивал с увлеченно рассказывающего Вашиха на довольного Триана, и Олег понял, что его друзья находятся в нешуточной опасности. Мысленно Олег заметался в панике. Маг собирался убивать, в этом не было ни малейших сомнений, а он ничего, совершенно ничего не мог поделать. Конечно, он сразу не ударит, какой смысл нарушать дуэльный кодекс? Ни у Триана, ни у Вашика Олег еще не разобрался, кто из них вызвал злобу воздушника, не было ни малейших шансов справиться с боевым магом. Можно было бы перевести стрелки на себя, но тут Олег опять изучил щиты, уже подходящего к их столику бакалавра, шансов не было и у него. При всей его силе, щиты боевого мага, окончившего третий курс Академии, были пока ему не по зубам, что наглядно доказывало множество учебных поединков. Шансов на победу не было. Или... «Позволь мне». Раздался тихий, вкрадчивый голос в глубине сознания. «Позволь». «Кто ты?» Шепот будил странное, но почему-то знакомое ощущение и желание. Хотелось убивать. Терзать клыками и когтями беззащитные тела врагов. Очень хотелось. Олег замер, пораженный догадкой. «Я — это ты», — подтвердил голос. «Ты — демон». И кружащийся водоворот ярости, ненависти и других совсем уже безумных нечеловеческих ощущений утянул несопротивляющегося Олега на дно сознания, растворив его чувства и желания среди страстей проснувшегося демона. Тем временем, пока Олег вел этот диалог с самим собой, Эрлих подошел к столу, небольшим разрядом молнии, опалившим лицо, прервал Вашика и начал пространный монолог, в котором выражал свое мнение о темных магах, малефиках, как их особенно мерзкой части, и их месте в природе мироздания. Также он высказал свое, особое и крайне нелицеприятное мнение о людях, которые с ними дружат. При этом он перевел свой взгляд на Франка и Олега, и девушках, которые с ним общаются. В последней части его речь была составлена целиком из мата, а взгляд не отрывался от Лиссы. Затем он перешел к заключительной части, венцом которой должен был стать вызов на дуэль, брошенный всем присутствующим здесь малефиком. Но тут Олег раскрыл закрытые до того момента глаза и поймал ими взгляд разошедшегося мага. Тот отшатнулся, как от удара. Казалось, за те минуты, что прошли с момента, когда высокий светловолосый парень держал глаза закрытыми, в них поселилась бездна. Бездна тьмы, ужаса и боли.
«Вы оскорбили темных магов, а значит и меня», — произнес он холодным шипящим голосом. Казалось, ледяной арктический ветер пронесся между столами, замораживая кровь слышащих его людей и обволакивая сердца каким-то темным, внутренним страхом. Хорошо знавшие голос Олега, его друзья были поражены и испуганы. Испуганы даже больше, чем при неспровоцированной атаке бакалавра. Трое его друзей замерли на своем месте. «Я...» – тот светловолосый повернул отворот куртки, демонстрируя всем желающим свой значок некроманта. «Вызываю вас на дуэль». «К вашим услугам, лэр», – произнес он ритуальную фразу начала магической дуэли. Как бы ни был ошарашен боевой маг, но дуэльный кодекс в него вдолбили намертво. «К вашим услугам!» – эхом откликнулся он, отшатываясь и вскидывая руки для разящего заклинания, но не успел. Что-то легко, совсем не больно прикоснулось к его ноге, и мертвенный холод начал разливаться по телу, не давая произносить привычные формулы, сбивая и высасывая потоки энергии. Эрлих пытался бороться, раз за разом повторяя формулы очищения, защита от ядов и восстановления, но вся бросаемая энергия словно высасывалась из него, пропадая в холодную бездну, которая быстро подбиралась к сердцу. Он вскинул глаза, не пристало боевому магу погибать, отводя взгляд от противника, и наткнулся на ту же бездну во взгляде в своего врага. Только теперь она казалась какой-то... сытой. Он понял все, кто его убийца и что ожидает его душу. Точнее, не ожидает. Ибо душа, поглощенная демоном, исчезает из мироздания навсегда. Он открыл рот, чтобы закричать, предупредить других о сущности того, кто сидит в этой таверне, с ними за одним столом. И какая разница, что еще минуту назад он считал их своими врагами. Но именно в этот момент насыщающий душу холод сломал последний барьер и прикоснулся к его сердцу. Эрлих, бакалавр боевой магии воздушного факультета, так и умер с открытым для последнего вопля ужаса ртом. Его убийца обвел таверну взглядом, остановив его на сжавшихся от ужаса друзьях покойного. «Мой враг убит на честной дуэли. Признаете ли вы это?» Тем же холодным голосом спросил он. Головы дружно закивали. Молодые бакалавры испытывали настолько сильный ужас, что даже не могли это скрывать. «Хочет ли кто-нибудь попытаться отомстить за его смерть и вызвать меня?» Продолжал светловолосый. Головы завертелись, едва не спрыгивая с плеч, демонстрируя отчаянное нежелание их владельцев заниматься местью. Парень помолчал еще немного, бездна медленно уходила из его глаз. «Ну и отлично», — в конце концов сказал Олег, садясь на свое место. «Опасность, опасность, опасность!» — шорохом осенних листьев доносилось со дна сознания истока. «Опасность, опасность, опасность!» Я вздохнул, пробуждаясь и впервые осознавая себя. Как это необычно и интересно мыслить, но... Опасность. Похоже на осознание, у меня маловато времени. Надо взглянуть, что происходит. Я поднялся к поверхности сознания и осторожно заглянул в память истока. Пища. Я на мгновение захлебнулся слюной. Мой исток сидел в окружении гигантского количества вкусной и невероятно питательной еды. Тут же в сознании истока появилась... нет, не мысль, даже не закон, а идея о категоричной невозможности подобного рассмотрения. Это друзья, не пища. Что ж, понятно. Мы едины с истоком, и он — это я. Мы две части единого целого, между которыми пока есть преграда. Когда она пойдет, мы станем одним, и все его знания станут моими. И вся моя сила станет его. И я пойму смысл этих запретов. Пока же приму на веру, раз это так важно для него. Но интересно, что же такое друзья? И чем они отличаются от пищи, что их нельзя есть? Может быть, ядовиты? Между тем тревога нарастала. Я осторожно выглянул на самый верхний слой сознания и увидел ее причину. Средних размеров пищу, приближающуюся к моему истоку. Пищу. На этот раз от нашего общего сознания никаких возражений не поступило. Между тем, пища приближалась, а исток волновался все больше. Странно. Неужели он считает, что нам может угрожать какая-то еда? Я еще раз выглянул в его сознание. Нет, кажется, эта пища угрожала не нам, а кому-то из тех, кого исток называет друзьями. И он боится, что не сможет их защитить. Ничего не понимаю. Скорее бы объединение.
Я тоже хочу все узнать. Например, почему не только нельзя есть друзей самому, но и нельзя позволять это делать другим. Если они ядовиты, то пускай она отравится, а потом можно будет съесть и его. Но Исток этого не хочет. Он хочет, чтобы друзья остались целы и невредимы. Пытаюсь понять это и выглядываю в его сознание немного глубже, совсем забыв о маскировке. Пища... нет, враг. Я нашел таки нужное слово в сознании Истока. Подходит совсем близко. И я не выдерживаю. «Позволь мне», — шепчу я ему. «Позволь». «Кто ты?» — откликнулся Исток, и только тут он ощутил мое присутствие. Ярость, ненависть, жажда крови. Какие странные слова мелькают в нашем разуме. Это все обо мне? Так он меня ощущает. Интересно, что же значат эти понятия? Но это потом. Вот Исток сообразил, кто я. Как же медленно движутся его мысли. Какими извилистыми путями путешествуют они по сознанию. Ничего. После слияния ты научишься моему способу мышления. Что это? Он боится? Боится меня? Боится нашего слияния? Но это же глупо. Слияния нет потерь, есть лишь приобретение. Впрочем, не буду его торопить. Когда-нибудь он поймет это и сам. А пока надо его успокоить. «Я — это ты», — говорю ему. «Это правда, но не вся. Как источник и устья одной реки, мы являемся одним и тем же существом, но при этом далеко не одно и то же. Я даю пояснение, называя себя известным ему термином. Ты — демон, после чего принимаю управление нашим телом. Напоследок Исток просит меня, чтобы я оставался в человеческом теле и не выдавал себя, и позаботился о безопасности друзей. Да что же это такое? Объяснит мне кто-нибудь, точнее Исток, кто же еще? Или нет? И спокойно ныряет вглубь сознания, так и не дав мне необходимые пояснения. В это время наша пища уже подошла к столу и, опершись на него, начала говорить. Все-таки Исток здесь не прав. Никакой это не загадочный враг, а самая обычная и вкусная пища. Я же чую. Я не стал прислушиваться, так как напряженно обдумывал способы ее съесть. Обычные не годились. Исток попросил не показывать истинный облик. И тут меня осенило. Быстро придав истинный облик одному единственному скользящему со своей головы, я послал его в путь, под накинутым на человеческое тело Истока тряпками. Когда скользящий вынырнул под столом, я прикрыл глаза и, управляя его движением, направил в сторону пищи, старательно обходя ноги друзей. Вскоре разведчик достиг своей цели, и я совсем уже было собирался приступить к первой в своей жизни трапезе, но сознание Истока вновь меня одернуло. Да что такое? Я же маленький, я кушать хочу. Но Исток продолжал упорствовать. Оказывается, перед едой следовало произнести какие-то слова. Я не знаю такого. И вообще, если тебе надо, то сам решай. Устроим малое слияние, ты согласен? Правда, сейчас мы еще очень разные. И это будет ненадолго и довольно болезненно. Все равно согласен? Ну давай. И мы слились. Так что сейчас я намерен немного улучшить атмосферу в этой забегаловке, прикончив парочку темных проклинальщиков. Если кто-нибудь испытывает острое желание составить им компанию и увидеть свои кишки на этом полу, то может сказать мне об этом, и его желание немедленно исполнится. Молчание? Значит, никто не хочет? Ну что ж, малефики, вы попали, я к вашему с... Договорить стандартную формулу Эрлих не успел. Малое слияние завершилось, и соединенный открыл глаза, поймав взгляд молодого воздушника. Это не было настоящим объединением, всего лишь жалкое подобие, как знал этот демон, но для пищи. Воистину точное определение, отметила часть, принадлежащая Олегу. Этого было более чем достаточно. Вы оскорбили темных магов, а значит и меня. Олег великолепно знал, что надо сказать. А малыш так предположила называть себя та часть объединенного сознания, что принадлежала юному демону. Как это говорить? В результате простые слова, сопровождаемые неслышными инфразвуковыми волнами, разлетались по таверне, порождая нестерпимый ужас и отчаяние, парализуя волю жертвы и ломая ее психику. К вашим услугам. Завершил ритуальную фразу соединенный и приступил к обеду. Маленькая змейка, обвивавшая ногу отшатнувшегося мага, вонзила в него клыки, впрыскивая смертоносный яд, разрушающий не только плоть, но и магию, и даже саму душу человека, и приникала к ране с наслаждением, впитывая образующийся питательный бульон и передавая его пославшему ее соединенному.
Когда трапеза закончилась, соединенный с сожалением посмотрел в сторону дальнего стола, за которым сидело целых трое маков. Точнее, сознание Олега подбросило новое сравнение. Три куска вкусной, питательной и легкоусвояемой пищи, однако он не успел. Да и особо острого голода уже не чувствовал. Душа Эрлиха оказалась весьма питательным блюдом. Припугнув их напоследок, соединенный распался, и малыш сыто погрузился на дно сознания Олега. Юному демону предстояло долго переваривать первую сожранную им душу. «Ну и отлично», – тихо сказал пришедший в себя Олег, садясь на свое место. Затем он схватил первую попавшуюся кружку с вином и торопливо ее выпил. Только после этого он обернулся к своим друзьям и наткнулся на 5 пар испуганно изумленных вопрошающих глаз. «И что вы на меня так смотрите? Не мог же я позволить этому идиоту убивать моих друзей?» – буркнул Олег в ответ и схватил следующую кружку. И тут пришла боль. Исподволь, зарождаясь где-то у самого сердца, она могучей, все сметающей волной прокатилась по телу и перекинулась на душу. Ощущение было чем-то похоже на депрессию, вот только интенсивность чувств намного превосходила все, когда-либо испытанное Олегом ранее. Казалось, кто-то могучий и безжалостный грубо оторвал важную часть его души, и теперь его терзало мучительное чувство потери. Не сдержавшись, Олег глухо застонал. «Что с тобой?» – мгновенно всполошилась Ореола. «Ты ранен?» Она вскочила со своего места и подбежала к нему. Ее ладони светились мягким голубоватым свечением. Девушка активировала стандартное общеисцеляющее заклятие, готовясь оказать ему помощь. Олег помотал головой. «Нет, просто…» Тут он задумался, как объяснить свою победу и то, что с ним сейчас происходило. Боль постепенно отступала, и решение нашлось довольно быстро. «Просто я использовал чересчур мощное для меня заклятие. Меня ему научил Виз. Помните, я рассказывал о своем знакомом Личе? Ну вот, теперь отдуваюсь». Целительница, тем не менее, все же провела ладонь вдоль его тела, исследуя состояние здоровья, и лишь после этого вернулась на свое место. «Вот видишь, ничего страшного». Олег вымученно улыбнулся. «Знаете, я, наверное, все же пойду домой. После такого неплохо бы отдохнуть». Он начал подниматься из-за стола. «Мы тебя проводим». Триан решительно поднялся и отодвинул стул. «Мало ли что, ты, похоже, сейчас не в форме. Интересно, что это за заклятие такое, что способно с одного удара проломить щиты бакалавра боевой магии? Мне и слышать о таком не доводилось, и знаешь…» «Что?» «Спасибо тебе. Если бы не ты, он бы нас с Вашиком по полу размазал». Триан серьезно посмотрел на Олега. «Я этого не забуду», — добавил он, немного помолчав. «И я», — тон Вашика был на удивление серьезен. «Мы же друзья», — покачал плечами Олег и начал пробираться к выходу. Компания последовала за ним. По дороге домой Олег был непривычно молчалив и задумчив. Друзья, приписывавшие это плохому самочувствию, не пытались его разговорить и шли чуть поодаль. Только Ореола держалась поблизости, готовясь оказать медицинскую помощь в случае, если Олегу станет хуже. На самом деле телесное самочувствие у него было великолепным. Олегу, по-видимому, перепала часть выпитой демоном души воздушника, и сейчас он ощущал себя полным силы и энергии. Много хуже было его душевное состояние. Олега продолжала терзать странная, иррациональная депрессия, по-видимому являющаяся последствием слишком раннего объединения, а затем разрыва связи с демоном, обитающим в недрах его души. «Чтобы я еще раз на это согласился, да никогда в жизни. В конце концов, я и сам мог бы додуматься послать к нему змейку, безо всяких там демонов», — бормотал он себе под нос. «Нет уж, никаких больше малых слияний, объединений и тому подобных пакостей», — решил он. Больше всего Олега беспокоило, хотя он не решался признаться в этом даже самому себе, отсутствие каких-либо намеков на муки совести. Действительно, ведь он не просто убил человека, к необходимости чего Олег успел как-то претерпеться. Он сожрал его душу, лишив бедолагу возможности хоть как-то продолжить свое посмертное существование. После такого, насколько Олег себя знал, он должен был сейчас биться в истерике, проклиная самого себя. По крайней мере, он прежний, каким он был всего несколько месяцев назад, когда был не студиозусом первого курса магической академии, а всего лишь студентом 3-го курса филологического факультета одного из российских университетов. Впрочем, тут же поправил он себя, в то время и рацион его был несколько иным. Макароны или рис с тушенкой, а не чужие души с подливой из боевых заклятий.
Представив себе подобное блюдо, Олег невольно улыбнулся. «Ну что, полегчало?» – сразу же отреагировала Ореола. Олег взглянул на обеспокоенные лица друзей и решил, что с хандрой и расстройствами пора срочно завязывать. «Все нормально, мне уже лучше», – поспешил он их успокоить. И впрямь депрессия постепенно отступала, и настроение начало улучшаться. Впрочем, такое стремительное восстановление тоже вызывало беспокойство. Но не может быть у нормального человека столь лучезарное настроение спустя всего несколько минут после совершенного им жестокого убийства. Олег в очередной раз прислушался к своей душе, пытаясь обнаружить хоть капли раскаяния или намек на муки совести. Ничего. Совсем ничего. Хотя... Стоп, а это еще что такое? Ничто, кто? Я это я. Не мешай спать, а? Вот переварю эту пищу, тогда и пообщаемся, если захочешь. Шепот юного демона, разбуженного Олеговым самокопанием, поставил жирную точку в его попытках отыскать неведомо куда исчезнувшую совесть. Последней мыслью на эту тему, посетившей его голову, было... Похоже, теперь у меня демон вместо совести. С одной стороны, неплохо, практической пользы куда больше, и в бою поможет, и силой при нужде поделится. Но с другой, как бы мне при таком раскладе и вовсе в монстра не превратиться. Этому малышу ведь все окружающая пища, норма морали, острая подливка и ничего более. А противостоять ему здесь мало кто сможет. Нет, надо себя контролировать лучше. Теперь, когда я увидел истинные возможности демонической сущности, это становится крайне важно. Никаких более пожранных душ, по крайней мере, без жизненной необходимости. Магия и только магия. Буду отныне обходиться человеческими силами. По крайней мере, постараюсь, решил он про себя. Приняв такое решение, Олег весело улыбнулся друзьям. Сдерживать свое хорошее настроение он уже не мог. Ему хотелось бегать и прыгать, кричать, дурачиться, творить какое-нибудь волшебство. На последнем он решил остановиться. Сотворив заклинание взрывбола, немного усовершенствованный вариант обычного фаербола, взрывающийся при столкновении с врагом, Олег ошарашенно посмотрел на метровый в диаметре огненный шар, сорвавшийся с его пальцев и начавший длительное путешествие в сторону Луны. После чего обернулся к друзьям. Те ответили не менее изумленными взглядами, затем в глазах Ореолы мелькнуло понимание. «Ты ведь не хотел делать его настолько большим? Обычное заклинание со стандартной долей вложенной силы». Девушка мотнула головой, указывая на мелькавшую среди облаков огненную блестку. «Ну да», – не стал отказываться Олег. «Не понимаю, почему он таким получился». «А я, кажется, знаю. После того, как мы вышли из таверны, я периодически сканировала твою ауру. Так, на всякий случай. И заметила, что ее энергонасыщенность постоянно повышалась. Такое впечатление, будто кто-то накачивает тебя силой. Я даже попробовала отследить канал, но ничего не получилось. Его попросту нет. Сила выделяется словно изнутри тебя самого. Но это ведь невозможно. После боя у тебя может быть недостаток энергии, но никак не переизбыток. Не подскажешь, как такое может быть?» «Не знаю», – протянул Олег задумчиво. В принципе, он представлял, откуда может идти эта энергия. Демон, видимо, переваривал душу несчастного воздушника и честно делился полученной энергией. Но не рассказывать же это друзьям. Может, какой-нибудь побочный эффект заклинания? Сделал он попытку направить их мысли в безопасную сторону. «Я же не знаю, что оно делает». Когда Вис обучил меня ему, он не стал разъяснять его действия. Мол, для тебя слишком сложно, а просто сказал, что это на крайний случай. Но вот я и воспользовался. А что оно делает, да какие там побочные эффекты, чего не знаю, того не знаю. Понятно. Вот только я не слышал, что бывают такие заклинания, которые не истощают резерв, а пополняют. По-моему, это теоретически невозможно, задумчиво сказал Вашек, присоединяясь к разговору. Ага, ухмыльнулся Олег. Так же, как существование человека, владеющего темной и светлой магией одновременно. «Ребята», – попросил он, когда смешки улеглись, – «давайте об этом завтра поговорим. Ну не знаю я, от чего это происходит. Да и спать охота, невыносимо, никаких сил не хватает. Благо, я уже почти дома». «Завтра так завтра», – откликнулся Триан. «Мы, в общем-то, и не настаиваем. Не хочешь говорить – не надо, твое дело. Только не корми нас байками про темное заклятие. Не забывай, мы с Вашиком тоже темные. И кинутое тобой заклятие уж как-нибудь разглядели бы, и обязательно придумай, что будешь говорить преподавателям по поводу дуэли. Они непременно ведь поинтересуются, как ты ухитрился победить четверокурсника. Если намерен продолжать рассказывать байки, то подготовь подходящее заклинание и покажи его нам, чтобы мы могли его описать и подтвердить твои выдумки. Все понял?»
В голосе юного наследника Литвийского за обычной язвительностью скрывалась нешуточная обида на вздумавшего секретничать и даже более того, врать в глаза приятеля. «Хорошо, спасибо за совет. И извини, но я правда пока не могу рассказать, как я его угрохал. Не обижайтесь, ладно?» Олег состроил грустную мордочку и снова рассмеялся. «Ладно», — сказал Вашек, резюмируя мнение компании. «В конце концов, ты ведь спас наши шкуры. Так что секретничай, если тебе приспичило, а мы будем делать вид, что всему верим. На что только не пойдешь ради хорошего человека. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — откликнулся Олег, заходя в дом. «И спасибо вам, ребята». Остывший ужин стоял на столе, а Вериена, как всегда, отсутствовала. В последнее время она стала больше охотиться по вечерам, а не ночью, утверждая, что клиентура стала слишком нервной и после полуночи предпочитает разбегаться по домам. Слегка перекусив, Олег завалился на кровать, обдумывая события этого бурного вечера. Тут его и настиг зов Виса. «Привет. Извини, что не откликнулся сразу. У нас с Гороном был важный опыт. С Леей все хорошо». Она проснулась через неделю после твоего отъезда. Живая. Мы предлагали ей вернуться к людям, но она отказалась. Сказала, что не бросит нас тут одних. Дела в общем неплохо, хотя похоже. С переносом душ не все так просто, как хотелось бы. Однако мы не отчаиваемся. Благодаря тебе у нас теперь есть живое, точнее живая, доказательство того, что наша мечта способна осуществиться. Что касается того, чтобы обучать тебя, то я не против. Но как ты себе это представляешь? Допустим, некоторые простейшие заклятия начальных уровней я еще смогу тебе растолковать при двустороннем общении по шару. Но что-либо более сложное вряд ли получится. Тут нужно показывать лично. Впрочем, ты, конечно, обращайся. Попытка не пытка. Вдруг и удастся научить чему-то полезному. Я буду теперь носить шар с собой. У меня есть компактный вариант, так что отвечу сразу. Удачи. Когда в голове умолк голос Лича, Олег с сожалением вздохнул. Как жаль, что у него дома нет подобного кристалла. Совет опытного мага ему бы сейчас очень не помешал. Однако чего нет, того нет. Еще раз вздохнув, Олег укрылся одеялом и, немного поворочившись, уснул безмятежным сном. С тех пор, как он прошел курс основ сновидчества, ни о каких кошмарах и речи быть не могло, что бы ни происходило с ним за день. Сейчас этот факт радовал Олега особенно сильно.